а я был шестым. А меня моим же ремнем пытались придушить. Слабый сигнал сети. Пристегивался все, что... Бывает и так. Все, что положено. И я после этого на работе перестал пристегиваться. Ну, давку накинуть. Да, ну... Ну, кто его знает? Ну, что, я вывернулся с этого ремня, отстегнулся, из машины выскочил. Поорали, поматерились друг на друга. Блин, как лучше, что направо, не слабо. Тебе главное отсюда не выпускать назад, и все. Нехай здесь остаются. Все здесь, и все. И следующую смену. На первые ряды. А то их и так до хрена. За раз меньше станет. Да кто их знает. Вот если потом даже до Дагестана у них там 40 диалектов, которые друг друга не понимают. Так они между собой там также с ножами друг за другом. Ну то это святое, кровное место. Да, 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 да. Племянник обидел там как-то. Да, да, да. И начинается семья семью вырезать. Да, 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 да. Зуб за зуб и погнали. У меня был знакомый из Дагестана. Он еще, сейчас скажу, в конце 60-х сюда приехал. Пришлось смыться из Дагестана, из вот этой кровной же мести. Не просто из-за кровной мести, а как положено на Кавказе, это не то, что вот эта смерть, там вот эта, наша вот эта кавказская пленница, да? Невесту воруют. Там все это реально. Это, реально. Украл невесту. И чтобы его там не зарезали, привез ее сюда и прожил почти, здесь почти сколько? 30 лет точно. Ну, я по молодости служил на Кавказе, да, я это все видел. Поэтому, да, там ребята... Ну, некоторые не верят, рассказываешь, да, или на Кавказе это так и продолжается, нет. Воруют. Они за 1000 километров могут ехать, чтобы кого-нибудь подрезать. Им не впадло. Да, это как обязанность, я не знаю. Конечно. Тут утром можешь зубы почистить, забыть. Но он не забудет поехать кого-то зарезать. Да, да, да. Не, ну у них там же есть обряд замирения. Ну это да. Когда мула там все, вот это все. Ну, мало разгуливает. Того, что мула, надо еще найти виновного, который. Да, такой, да, 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 чтобы и предъявить его.